Всем привет, меня зовут Дмитрий Вебстер. Сегодня мы продолжаем с вами проходить три версии игры The Division Edition. Вот, а сегодня будем с вами играть, смотреть игру GTA Vice City. Вот, и, в общем-то, мы продолжаем проходить эти игры. Как я сказал, я буду проходить для своего канала. Вот, ну, будем смотреть, что поменялось в этих играх. Итак, я уже настроил. Вот, только что сейчас был в настройках. Вот. Ну, давайте начинать смотреть, что тут, что поменялось в этой игре. Марка Либерти, сиди, ты еще все Vice City is 24 karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Ken Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vicetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Молодцы, ребята, добрые. Так, международный аэропорт. Vice City. Hey, hey, guys, it's Ken Rosenberg here. Hey, hey, great, hey. Well, I'm going to drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very keen to start a business relationship. So, if all goes well, we should be doing very nice for ourselves, which is, you know, good. Okay, so, they're brothers, okay? One operates the business, and the other one does the flying. Порт Вайс Сити. Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit! Вайс Бич неподалеку от офиса Кена. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Так, ну хорошо, начинаем, в общем-то. Не сказал, что я уже играл давно в эти игры. Вот, прошел GTA San Andreas и прошел GTA Vice City. GTA Vice City я, конечно, прошел очень давно. Вот, но потом я их не проходил, то ли забрасывал и так далее. Так, а что, нам надо куда-то ехать, что ли? Я думал, ты нас привез в том. Оказывается, мне нужно ехать. Ну ладно, поехали, посмотрим физику. Физику транспорта, управления, во-первых. Блин, по-моему, не поменялась физика транспорта. То есть управление такое же, только немножко сделали его тяжелым, так сказать, реалистичным, как в Сан-Андреасе. Ну ничего приятного.
Просто стали управлять. Офигеть, тормозить прям так реалистично. Не как в Сан-Андреасе. Прикольно, давайте врежемся в такси, посмотрим, что у нас тут. Ну, все по стандарту. Только почему-то машина повредилась или повредилась. Такси, по-моему, повредилось немножко. Да, повредилось. Ну, что так? Нормально. Так, нам куда идти? Нам, по-моему, надо идти в этот дом. Вроде как. Да, точно. Так, когда вы в здании, то можете сохранить игру. Подойдите к значку и засовитесь. Встаньте на розовый круг для продолжения игры. Хорошо, давайте посмотрим сейв. Так, ну сохранение у нас так же, как в Сан-Андреасе. Ничего не поменял, сохраняемся. Нажимаем кнопку ОК. Вот. Что у нас тут? Давайте посмотрим. Мы находимся в каком-то ателье. Это у нас отель. Заведение большое такое, отель. Вот. Хорошо все сделано. Все столики, все прям так красиво и уютно. Мне очень нравится. Окошки. Все нарисовано, очень хорошо прорисовано. Отлично. Вот. Так, тут у нас что такое? Ничего, это, наверное, какая-то уборная или что-то такое, не знаю. Так, ну давайте проходить на кружок. И будем смотреть, что там будет интересного такого. Tommy! Tommy, it's been too long. I know, you're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money! No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back, and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you. Because we got history, I'm gonna let you handle this. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. Так, чтобы найти контору адвоката, нажмите на карту. Так, тут не работает. Все по стандарту. Так, на чем я приехал? Вот моя машина. Отлично. Также указывается метка, как и в Сан-Андреасе. В Сан-Андреасе, кстати, она почему-то пропадает. Ну, не пропадает, а почему-то не ставится, когда ты заходишь на карту. Не ставится. То место, на которое, ну, GPS не указывает, то место, куда нужно проехать. Вот сейчас была авария. Понятно. Так, проверял звук. Вроде бы все нормально. Должно быть меня слышно. Полицию не решат, не врезаемся, потому что розыск дадут. Так, пока все отлично, мне пока все нравится. Начинаем дальше. Go get some sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down. Relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine. And then, I'm gonna kill them.
That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there sticking my head out the door. No way, not gonna happen. I told you, shut up. I'll go myself. Oh, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Кстати, в этой игре, GTA Vice City, тут слышны звуки с улицы. Просто заметил, потому что GTA San Andreas не было слышно. А тут это прям реалистично сделано. Прикольно. Ну что, поехали дальше. Нам нужно переодеться. Идем в магазин одежды. Стоит. Так, на номерах, кстати, написано 3 уже. Последний выпуск, так скажем. Такого, ремастер, да? Ремастер. Вот. Такой версии игры. Ладно, идем. Ага. Вот так мы переоделись. Да, тут, по-моему, нету такой переодевалки, как в Сан-Андреасе. Тут, по-моему, просто подходишь на маркер, становишься и как бы все. Так, что? Побежите на яхту. Понял, твой байк. Также выбрасываются прохожие под колеса. Мне кажется, слишком задрана камера. Нет. Не знаю, стандартную персоналистику нету. Очень давно играл, но я, к сожалению, не знаю, как это. В этой игре все устроено. Проехал даже. Отлично. Хоть это совсем это не отлично, но... Сейчас вернемся. Так, я на месте. Buenas noches. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Versetti. He's just got a touch of agoraphobia. Excellent. And you? I just want my merchandise. Ah, it's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Mercedes! Cara mia, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Please, excuse me. Mercedes? You try living with him. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with rising silicone star, Candy Sucks. And have you met my lovely wife, Laura? No? Well, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, we have the Vice City Mamba's star titan, BJ. Always the charmer. I blacked down on him, and then I put him in a wheelchair. That is good. Well, now, I'm looking at some prime... And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead singer with Love Fist. Can I tell you, do you know how they play ping pong in Thailand? Let me tell you. It does not involve a paddle, if you know what. Impotent. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. Fishing throws a passion with the nympho invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. Now, you never saw anything like that before. Colonel!
Your party's as if a triumph. I can only apologize. Oh, the another amigo. How do we find you? Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Cope. Mercedes! Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Sure. Actually, take me to the pole position. Drinks. Да, прекрасные. Прекрасные тут девушки ходят. На корабле, на палубе. На палубе корабля. Will you be working for my father? Maybe. Прекрасно, you might be my hand in your lap. Какая машина, классно. Maybe. So difficult having a rich and powerful father. Vamos. Эта машина, не знаю, как она называется. Очень известная машина. Так. Вернемся. Увидимся, красавчик. Так, ну это получается как наша девушка с Андрес, что ли? Не сомневаюсь. Ну, заработали $100, задание пройдено. Личная одежда доставлена в убежище. А, кстати, в Сан-Андресе была точка сохранения. Ну, вот если ты проигрываешь миссию, то ты мог как бы вернуться и продолжить свое место, где ты закончил. У меня, кстати, выключили свет, и я думал, что я буду проходить все сначала, вот всю игру, всю вообще, всю вот эту миссию. В Сан-Андреасе это была такая миссия с полицией, нужно было доехать в полицию и забрать, угнать вертолет грузовой для перевозки транспорта. И вот, у меня не получилось там это сделать, и, в общем-то, я на самом интересном месте, когда я уже прошел этот ангар, мне нужно было садиться в вертолет, у меня просто выключили свет. И я думал, я, конечно, несколько раз проходил эту миссию, потому что там было сложновато, я играл без читов, кстати, я без читов прошел Сан-Андреас, и, в общем-то, я, конечно, немножко расстроился, то, что сейчас будет опять все сначала, но нет. А когда я запустил игру, миссия забрала с того места, где я, в общем-то, прошел эту игру. Но самое печальное это то, что... Ладно, пойдемте. Это то, что в некоторых местах, да, она сохраняется, но она сохраняется только в тех местах, в которых, как сказать... Ты уже был и, ну, как по стандарту сохраняется, то есть. Стандартная часть игры, то есть не идешь. Ну, вы понимаете, кто-то играет, кто-то играет. Видите, что сейчас поставился, ну ладно. Сейчас мы доедем туда сами. Аккуратно. Но когда вот такое случается, то вы можете продолжать играть с того места, где вы закончили. Вот это очень хорошо. Так. Ah, well, I hope you're having a good time, because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Ah, I got it! Okay, there's this limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now. Так, поезжайте в клуб Малибу.
найдите Кента Пола. Ну, нам вообще-то не с чем ехать, у нас ничего нет, ни оружия нет, ничего. Ладно, я надеюсь, что нам сейчас дадут какое-то оружие, потому что я без ничего еду. К сожалению, видите, тут боты, они резко сворачивают, то есть, наверное, не удалось это сделать. Как бы вот это все исправить, но как в Сан-Андреасе. В Сан-Андреасе такого не было, что ты едешь резко, начинаешь сворачивать боты. Это, конечно, здесь не критично, но ничего. Так, этот дом можно купить, да? Вы не можете сейчас купить клуб Малибу. Зайдите позже. Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages, mate. You know who I am? Looking for some English guy. Kent Paul. Kent Paul, mate. Yeah, I'm the governor around here. I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. You're lost, honey. Oi. You Ken Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mugs game. What do you know about it? Oi, well, what I was coming to was, there's some chef come trumpet shifter who deals that kitchen of Hotel and Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. Yeah, that's right. Go and walk away, you mug. I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? Хорошо. Отыщите шеф-повара на Ocean Drive. Да, тут, конечно, все по-другому, как... Не как в Сан-Андреасе, но... Hey, what you looking at? Эй, чё вылупился, а? Тебе лучше начать говорить со мной. Попробуй меня заставить, урод. You got a death wish, asshole? Я сейчас возьму тебе в рожу, по роже влеплю, да и все. Ой-ой-ой, жизни-то уходит. Интересная атака. Так. Чё, нам надо позвонить по этому телефону или что? Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. That's just making real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh, yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. О, чувак дал нам пушку. Это хорошо. Уже весело. Прикольная анимация, прям реалистичная. Так, нам нужно за ним идти, я так понимаю. Звездочку возьму. Отлично. Руку моет. Да, хорошее достижение. One thing you gotta realize about this town, you gotta pack some heat. Local gun shop, it's a couple of blocks away. Покажите мне нацию. Теперь мне покажут нацию. Thank you.
Так, почти приехали. Тихо. Кстати, а молодцы, как GTA 5. Почти. Так, можете выбрать оружие, нажав на стрелочки вправо и влево. Если у вас есть достаточно денег, вы можете приобрести оружие, нажав пробел. Можете выйти из магазина, нажав Т. Есть 8 видов оружия. Одновременно можете внести только одно оружие каждого вида. Один пистолет, один дробовик. Вернись в отель. Давайте посмотрим, что там за оружие. Так, наш для покупки. Так, есть у нас ТТ. Маг. $300, $100. Так, что можем купить? Нет наличия, пока недоступен. Дробовик нам пока тоже недоступен. Так, пока что все оружие. Ладно. Приедем сюда в следующий раз, когда будет все доступно. Так, ну нам, я думаю, точно понадобится дробовик. ТТ. Потому что без этого комплекта оружия мы не сможем проходить эту игру. Нам это очень сложновато, конечно. Едем в отель, возвращаемся, знаем, будем сохраняться. Подъезжаем к отелю. I'm gonna go see what I can dig up. I'll be watching you, Tommy. Так, нам подарили костюм. Вот, мы заработали с вами $200. Отлично. Ocean Wall. Так, ладно. Сохраняемся. Вот, и, наверное, тут на этом будем заканчивать с вами, потому что я буду продолжать проходить эту игру, и это уже будет... Так, нажимаем, ответим на звонок. Hey, Leo, I think we got a buyer for Diaz's merchandise. You gotta give him a ring, man. Set up the deal, you know? Where are you now? You okay, Leo? You sound kinda different. Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. Хорошо. Хороший разговор. Ну, как-то так. Вот. Дальше я буду записывать геймплей по этому прохождению. Также там будет продолжение GTA San Andreas, то есть никуда ничего не ушло. Вот. Прохождение будет выходить по San Andreas, и также будет выходить по GTA Vice City. Вот. Пока что не знаю, по сколько серий будет входить, но посмотрим. Вот как будет. И думаю, будет весело. Так что все, подписывайтесь на канал, на Инстаграм, на Фейсбук. Все, всем пока.